Приветствую зрителей, и мы продолжаем прохождение SnowRunner. Итак, сегодня у нас будет задание, которое мы проходим, точнее начали проходить там, в одной из предыдущих серий. Надо было достать металлоискатель, вот этот типа приборчик, валялся он вот здесь, мы его нашли. Теперь надо типа найти вот эти два бронеавтомобиля, да, у нас. Как в одной из серий я нашел, типа он валялся один здесь. Но его сейчас не видно, да? Смотрите, прикол. Берем, допустим, любое задание. Нажимаем следить. Убираем. Опа! Видно, да? Хорошо. И второй я обнаружил вот здесь. Без металлоискателя, просто по карте видно. Но если вы берете задание... следить. Опа, карту открываем, их типа не видно, типа надо с металлоискателем. Ладно, у нас тут была тайга, без горючего я вот быстренько с предыдущей серии. У нас тут остался ворон, притащил цистерну, заправил, хотя можно было на тайге проще туда обратно скататься. И давайте сейчас будем вытаскивать на тайге этот бронеавтомобиль и грузить к нам на прицеп. Надо его отцепить. Я думаю, мы протащим его как-нибудь и без прицепа, просто на кране, либо за собой хотя бы. Нам тут понадобится не перевернуться. Бляха-муха, я же без этого не могу, вы же знаете. Только началось уже приключение, уже вовсю идут. Ладно, придется с помощником ехать. Капец. Говорится, не успел начать задание, да? Пробраться можно. Вот отсюда что-то электростанция у нас, да? Так поверху и вдоль вот этой линии можно спокойно ехать. Но на скорости особо не получится, потому что мы тут будем взрываться. Поэтому на пониженное мы будем потихонечку двигаться. Это все следы моих тут маневров. Я вот пытался заправиться. Я надеюсь, нам не понадобится большой кран, потому что я не хочу большой кран вести. Обойдемся вот маленьким. Опять же, большой кран, да, это время надо. Да, ехать от гаража это долго. Хорошо, когда есть помощник, грузовик рядышком. Не надо гнать какой-нибудь жопа мира, чтобы перевернуться. Так, ну, должно хватить, по идее. Супер. Давайте отъедем отсюда. И, возможно, я на этом вороне и потащу вот этот прицеп.
Никак не могу прям попасть ровно, чтобы все было по фэншую. Отлично. Да, наверное, мы на тайге будем грузить, а на этом везти. Если у нас горючего хватит. Надеюсь, погрузимся как-нибудь. Где наша тайга? Давай только без переворотов. Или без металла этого искателя мы тут его типа никак. Типа не засчитается, не знаю. Мы же его поднимем, да? Я надеюсь. Да, мы его поднимем. Ну что могу сказать? Так и виси. А мы поехали. Стой, 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 братан. Не так быстро. Да, тебя немного поколбасят, ничего поделать. Поворачивайся, задержу. Он медленно поворачивается. Отлично. Отлично. Так, он упакован. Давайте. Я не знаю, стоит ли мне с прицепом прям наверх туда ехать, либо на тайге просто этот грузовик спустить, потому что мне вот не хочется среди этих деревьев с прицепом ехать, либо я могу просто по краешку. Или вообще вот снизу поедем вниз, а на тайге просто спустим его, да, это будет, наверное, проще. Либо мы подъедем сюда, не знаю, не знаю. Вниз там и спустимся. Да, свободно спустимся. А на тайге мы сейчас его прям сюда вниз и притащим. И, наверное, на тайге повезем, заправим тайгу. Потому что у этого ворона мало горючего, мы на нем. Обратно нам придется ехать аж вот через гараж наш. Хотя можно в гараж-то заехать, заправиться и через всю эту дорогу. И вот самое главное, вот этот опасный участок, где можно спокойно тут ушататься. Вау, вау. Так, это был мисклик, поехали.
Давайте лову передачу и в путь. На этой серии, наверное, это будет единственное задание, которое мы сможем сделать. И, в принципе, металло вот этот искатель, он не нужен. Металлоискатель, металлодетектор, как он там называется. Ну вот, если бы разработчики сделали, чтобы их было не видно, это да, это было бы интересно. А так ты просто вот случайно их заметил, что они здесь. И все, уже не особо так интересно. Это как на карте Россия, когда надо вот этот вот модуль, не помню, как он называется, там, где надо три точки проехать, чтобы открыть доступ в следующую локацию. Там, да, там было интересно, ты вот сам ехал и сам это все выискивал. Мне проще, наверное, будет с этим грузовиком сюда спуститься, да, как раз к заправке. А на этом как-то здесь проехать. Ну вот с этим прикол с этим грузовиком, чтобы тут еще не перевернуться. Грузовик, бронеавтомобиль. Не суть важно. На повышенной проедем, нет? Тут, наверное, опоры понадобятся, чтобы мы это с ним... Хотя, наверное, они не очень понадобятся, эти опоры. Пониже, чтобы центр тяжести был не на такой высокой точке. Вот так вот. Хорошо. Да, плохо с таким наклоном, конечно. Ладно, попробуем потихоньку. А, все нормально. Сейчас мы заправимся. Отлично.
Так, нам, наверное, надо спуститься, будет. Что прицеп сюда подъедет. Мы его погрузим. Вот только с какой стороны он подъедет? Что тут глубоко, а там не глубоко, а по этой стороне с прицепом. Да я думаю, можно проехать, наверное. Блядь, долбаная камера. Пизду тебя, блядь. Так, ладно. Нам эту шнягу надо сбросить на пол, как говорится. Полежи, отдохни. Сколько тут воронов у меня? 250 миллионов штук. Так вот вдоль красивой речушки. Какие-то контейнера. Или бытовки, что это тут. Хотя, чтоб нам там не объезжать, наверное, на тайге мы подъедем сюда и по левой стороне поползем. Наверное, как-то так. Ну, а чё ж ты перевернуто? Или вас надо тащить куда-то будет? Тут много камней, наверное, чуть назад сдать. Мы же будем на серединку грузить, вот идеально все. Не достает так, окей. Как-то так. Так, стоп. Ага, нам же надо будет пересаживаться. Точнее, перецепляться. Давайте пересядем. Хоть не в космос улетел. Прицеп. Так, нашего красавца мы здесь паркуем. Чуть не улетел в гараж.
Ага, ты не цепляешься, потому что не доехали, да, чуть-чуть? Отлично. Итак, нам нужен примерный маршрут следования. Хотя можно типа... А, ну мы тут не поднимемся, тут типа мост. Ему очень плохо. Сокращать где-то, ну, не вижу смысла. С прицепом тем более. И в путь по дороге можно тут в гараж заехать, заправиться, да? Нам здесь проезжать, так, а тут? Нет, там мы тоже точно не поедем. А если здесь сократить, чтобы не ехать через... А, ну мы тут не проедем, да? Тут если только по берегу, как-то там с прицепом ушатывать этим. Подвеску нет, не вариант. Придется по основной трассе ехать здесь, все это проезжать. Самый... Так, нам здесь надо спуститься на этот самый сложный участок, да? И тут тоже. Ну, посмотрим, что получится у нас. Я надеюсь, я правильную дорогу выбрал. Надо внимательно смотреть на этот лед. Какой-то нормальный, какой-то проваливается. Ну, по нему, в принципе, видно, да, какой он. В каком состоянии. Когда он проваливается, там видно, типа, как водичка. Так, а где нам заползти-то? Да, тайга в этом что-то плане вот хреновая, она по камням, по этой всей хрени стало плохо ехать. На что ты зарываешься-то, господи? Самый такой участок, да, у нас? Сложный, грязный. На лоу передаче будем ползти, вот тут без вариантов. Вся уже грязная машина, но что поделаешь, условия такие. Суровая Россия.
лед трескается большими кусками. Давай на автомате. Сейчас мы чуть разгонимся, участок будет, где можно газку поддать. Я надеюсь. Ну давай, братишка, жми на повышенный, как мы любим. Давай, тут по краешку можно проползти тоже нормально. Не тянет с таким грузом. Еще и с краном как-то, ну, слабенько едет. Там нас будет ждать долбанный этот бревно, как мы помним, это дерево ебучее, блядь, который нужно будет объезжать с прицепом. Не, на повышенную не хочет переходить, но никак. Не хватает немножко мощности. Давай, тащи, слабенько, слабенько. Тут нам надо будет заправиться, там, в принципе, у нас цистерна стоит, гараж, ну, можно и в гараж, в принципе, заехать. Без разницы, брать-то особо нечего. На чем все это преодолевать. На автомате он как-то долго передачи переключает. Но повышенная не хочет даже по прямой разгоняться совсем, обороты не набирает нужные. Тут мы тоже по краешку ползем. Слышно, как вертолет там летит, но вы, наверное, не услышите. Лесопилка там была, на табличке написано. Вот наше любимое, блядь, дерево ебучее, которое мы так любим. Короче, блядь, не проще вот здесь вот его объехать,
чем с ним, как говорится, остудите, блядь, мое трахание. Ну, я надеюсь, проще, да, мы тут хуй проедем, блядь. Господи, ладно. Лебедку еще никто не отменял, да? И все поваленные деревья, которые возможно. Тут видно, как специально вот эти деревья наварены, чтобы вот эту вот хуйню, блядь, объезжать. Ну прямо мы там явно не проедем, это 100%. Никому не советую там ехать. Даже пытаться. А здесь мы, да, мы проедем. Если не заваримся. Давайте на лоу передачки. Все как обычно. Ну почти только мы заварились немножко, да? Можно как-то под... Зацепить за что-нибудь. Блин, ну вот это плохо, конечно, что могу сказать. Очень плохо. Ну то, что плохо, прям это ужасно. Но придется нам по вот этой луже ехать. Я не заполз на этот, на скалу как нужно, придется тут ползти. Вечереет, господа, уже смеркается. Да, мы еще сейчас, блядь, бревно ебаное, хуй проедем, блядь. Пока мы все тут деревья не попереварим, блядь, мелкие. Жопу, блядь, куда-то. Да, я понял. Ползем как можем, тут я ничем, как говорится, помочь не могу. Наш КамАЗ. Ну, колесиками не туда, конечно, они как у него типа отстегнулись, да?
Прикол. Ну почти все самое сложное мы проехали. Осталось только преодолеть тут речку с плитами, блядь, и все будет нормально. Блядь, ну не зарыться мы не могли, да? Ну никак, вот, блядь, пиздец. Как это работает? Вот как это работает, он мне объяснит. И наш помощник, блядь. На нахуй 140, блядь, урона. Сейчас мы этот ебучий прицеп продадим нахуй. Отремонтируемся и поедем вытащим нашу тайгу. Эти маячки ебучие, они даже по умолчанию будут выключены. Я так думаю. Сейчас мы заправимся и починимся. Да ты будешь поворачивать сегодня, ура. Спасибо. Как светит у нас тут. Куча огоньков. Это даже, блядь, Арктика такой проедет, не говоря уже по тайгу. Красиво, что могу сказать. Ну, Арктика тут, я думаю, не подымется. А вот тайге придется сейчас немножко тут потрахаться. Так, у нас темно. Еще типа в этих деревушках кто-то живет, что ли? Давай на повышенное, но мы далеко не поедем. На повышенное. Опять будет долгий ролик. Ну, быстрее, как говорится, не прибегу. Не получится. Что это было? Так, 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 давай без экстремала. От первого лица вид будет гораздо лучше. Чтоб я видел, куда я тут еду.
Тут явно на лоу передача, да? Еще и с лебедочкой, все как полагается. Все как мы любим. Не-не-не, давай. Нормально. Эти камни ебучие, блядь. Как вспомню, нахуй, я тут застрял на этой хуйне, блядь. Блядь, вот как их объезжать. Если по правой, ты, блядь, можешь завалиться, нахуй. Вместе с прицепом. Ну, цепляйся давай за что-нибудь. Хорошо. Теперь мы помним здесь. Остудите наше трахание, блядь. На, нахуй. Получай пиздюлей от льда. Вот это самое интересное место, да? Теперь нам надо встать так красиво, чтобы прицеп туда почти ровно заезжал. Если мы ёбнемся вместе с этим грузом, ну это будет как в одном видео, да? Это фиаско, братан. Смотри, блядь, не упади. Нам надо взять пошире и зайти, чтобы мы были как можно ровнее. Ночью я этого никогда не делал. На лоу передачу, чтобы нас не дергало, как припадочного, блядь. Что ты качаешься-то? О, вот это уже... Big problems, блядь, я бы так сказал. То что прям big problems, а very big, блядь, problems, нахуй. Вот эта плита, конечно, ты меня, блядь, удивила. Ладно, благо у нас есть кран, да? И мы можем себе помочь чутка. Но вот проблема, он не такой уж и длинный, как хотелось бы, да? Стоямба. Сейчас чувствую, блядь, я какую-нибудь хуйню сделаю, нахуй. И мы не проедем. Ладно. Так. Как-то так вроде вот, чутка подвинулся. Ну кран, сразу скажу, вот это мелкий, он не особо эту плиту тянет. А тяжелая. Так, она что, у нас прозрачная, что ли, блядь? Я вот не могу понять, она потеряла физические свойства или что? Это плита, блядь. Короче.
нас тут стоит помощник, блядь. Я тут пригнал вам, чтоб всяких дебилов, блядь, вытаскивать своих же, которые проехать, блядь, не могут. Ну ты еще тут застрянь. В этих камнях ты вроде проходимый. Мощный, сильный. А, нихуя он не тянет. Походу эта плита, она потеряла, я не знаю, свои физические свойства, стала. Мы даже назад-то он не едет, потому что как будто в этой плите, блядь, застрял. Ёб твою за ногу, мать, как говорится, да? И точек нету, да, видимо? Блять, просто замечательно. А если я выйду и зайду, да, допустим? Давайте рискнем, в меню зайдем и обратно. Тоже, блядь, неизбежно просто. По-другому никак. Нихуя, да? Ни вперед, блядь, ни назад. Заебись, она упала, да? Вы это видели? Я слышал, как она упала. На нахуй. Буль-буль карасики нахуй сделали, блядь. И плита. Пиздец. Ну, грузовик, давай второй падай. Пойдешь вторая? Хорошо, машины, главное, на скале, блядь, остались. Но это пиздец. Хоть, блядь, на заставку ставь, да? Ладно, уже и так видео долго. Придется нам эвакуировать все вот это дело как-то с помощью крана. Но это уже будет, ребятки, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.